начале проекта «Антикастинг» мы поставили цель показать миру, что такое настоящая красота. Следуя этой миссии, мы выбрали 13 участников, чьи истории вдохновили нас. На один день они стали звездами перед объективом известного фотографа. Все в погоне за этой красотой совершенно забывают о том, что нужно еще что-то иметь здесь, здесь и быть человеком. Вот. А этот проект говорит именно о женщинах, именно о личностях, то есть то, чем они интересны. На антикастинг меня номинировала дочь. И получив письмо на электронный адрес, конечно, я удивилась. Мои дети. И когда они меня номинировали на антикастинг, я реально плакала, потому что... Мама написала про меня историю. Вот, я прочитала и чуть ли не расплакалась. Мне, честно говоря, не очень ловко, неловко мне об этом во всем говорить. Я не считаю себя красивой. Но я такая, какая есть, как бы упертая, упрямая, прямая. Наверное, вот этот огонь в глазах, который у меня есть, и умение заразить человека вот своей идеей, вот это, наверное, самое главное. Очень крупное мероприятие. И, честно, мне очень понравилось участвовать в нем. Oriflame устроил такой день красоты, что очень важно для каждой девушки. И это придает, конечно, уверенности в себе. У нас там была целая программа. Мы рассказывали о wellness, о novage. Мы давали дегустировать, мы пригласили визажиста. То есть это была такая очень интересная история, на самом деле. И люди с удовольствием приходили, и на самом деле они не хотели от нас уходить. И очень классные отклики были, то есть отзывы о том, что какая классная атмосфера, как вы нам подняли настроение. Конечно же, это праздник. То есть это, во-первых, праздник для всех женщин, которые сюда приехали, потому что для них большая неожиданность, то, что о них кто-то рассказал, ими кто-то восхищается и кто-то любит. И поэтому, конечно, это какое-то такое маленькое-маленькое созвездие, которое вот сюда приехало, и для нас, для всех это какая-то такая девчоночья мечта, наверное, потому что многие и женщины, и девушки, хотят оказаться под объективом фотокамеры, да, там, и поиграть немножко в модели. Поэтому в этом есть какая-то атмосфера, наверное, которая у нас сейчас за окном какого-то построждественского счастья, чуда, подарка. И вообще, мне очень интересно, как это потом выйдет. Потому что это самый необычный проект, в котором я участвую. В роли модели смешно. По правде говоря, смешно. Я полностью расслабилась, и как бы отдалась в руки профессионалам. Все. Получила удовольствие. Сказали, что вот представьте себя в каком-то образе, кем бы вы хотели быть. Когда меня одели в это красивое красное платье, сделали мне шикарную прическу, сделали макияж, я себя почувствовала вот звездой на красной дорожке в Голливуде. А здесь получилось, что мы как бы как звезды. И это очень, конечно, приятно. То есть эмоции не передать словами. Их, наверное, только можно увидеть на наших лицах. I don't know. I just prefer to be on the other side. Do you like to be on the other side, guys? No, you hate it. Yeah, right. Yeah, I always say normally when I photograph people who don't like to be photographed, I understand you. It's like a visit to the dentist. It is. I'm just a bit nervous. Когда человек улыбается, он поистине становится красивым. Неважно, какая у тебя внешняя красота, улыбка украшает. Красивого человека, внутренне красивого, глаза горят. Успешные люди, они уверенные в себе, и они выглядят красиво, отображают эту красоту. Красота – это действительно внутреннее состояние человека. То есть это целый комплекс. Это дом, это красота для меня, это люди, которые меня окружают. Это все для меня красота.
Our heroes were amazing, and we, of course, we did the hair, the makeup, the styling. They looked a bit different than in like a normal life, but we still try to keep their personality and their stories in. So, yeah, I think we succeed that in a shoot.